точно зафиксировать сможем. 21. 21 градус. Красота. Да, водича. Ну ладно. Красота. Я такую хочу себе водку. Так это, а у меня нету веревки с собой сейчас. Вот бы там менты удивились бы, да? Соседние деревья. Садитесь. Давай все вместе. Да, все снимаем. Это видео, говори что-нибудь. Можно я еще знаю, так, такой смотри, будет потом интересно. Ой-ой-ой. Так, да? А лицо такое уже размазанное? За камерой. Смотри, следи за камерой. Вот так. Вот. Вычет голова так. Вот, говорю, укачало. Где мы? Надо смотреть, где мы? Ну, на этом как было. Гамлет где был? Гамлет был в датском королевстве. То есть мы в Копенгагене? Нет. Вот тут мы заехали. Копенгагене. Да, мы в Попин. Вон-то. Гагене, да. Гагене. Но на самом деле, Гамлет-то был не в Копенгагене, он был где-то в каком-то замке. Не да, не в Копенгагене совсем. А ты, значит, романтичненько, да, так у нас? Цветочечек. Здрасте. Вот, а хули? Ой, извините, это может быть. Ну ты там пишешь и поставишь? Не-не-не. Будешь в оригинале? Вот, блядь. Ой, извини, пожалуйста. Тучки на горизонтах. И вот она, эта рябина. Российская для наливки. Это за рябиной. Сегодня будет день рябины. Ты увезешь с собой рябину? То вообще кафров-то у тебя полно? Да. Экологически чистая. Вредных производств здесь не было. Осталось еще доехать до Италии, взять 96% спирт и все. Заскочено в работу. А смотри, здесь какая-то железяка вкопана в землю. Это, наверное, вот это вот. Это просто она, это самое. Как это? Для бань. Это вообще кирпич. Чтобы в море не несло парковаться, когда прилив. В баню, за 20 евро можно веник отдавать. Можжевельник. Можжевельник. Так, вереск или можжевельник? Вереск это по-латышскому, а... Да ладно, выкрутился. Вот, это самое. Можжевельниковые ягодки для, специально для маринада... Вкусняшек. Вкусняшек всяких, разных, лесных. Лесных вкусняшек. Один как это называется, штука по-научному? Створ чистый. Как? Створ? Створ. Эстонский створ. О, птичка прилетела. Виталь, ну-ка подержи, попробуй чуть-чуть. Да ладно, ладно, куда ты? Не, ну сильно не буду. Это чтобы... Ладно, ну если что, я на YouTube потом повешу, да, когда а там. А ключи оставили от машины? Да, да мы тебя достанем. Смотри, какой там. Опасно. Красота. Опаснее. Да подожди, ты его подними потом, а то... А ты же эту штуку можешь выдвинуть. А я уже выдвинул. Я обрыв туда зашел. Уже снимал. Там говорят, ух ты, красота. Вообще, доломитовский обрыв. Да. Доломиты есть,
Быть или не быть? Вот в чем вопрос. The question, короче. To beer or not to beer? To beer. To beer. Ту-ту-ту-ти, да. Рига. Where from? Today. No, yesterday. No, yesterday. Yesterday. Back. No, tomorrow we go. Tomorrow we will go back. Не, тут красиво. Еще ниже. Не, птичка полетела, птичка. Давай еще ниже. Ай-яй-яй-яй-яй. Телят, что вы делаете? Давай нахуй. Мы не знаем обратной дороги. Но зато будет кадр какой-нибудь интересненький. Я-то думал, что тут можно еще в воду упасть. Нет, нельзя в воду упасть. Можно сразу в камни. Гамлет не дурак был, он знал, где снимать, сниматься, селфи делать, себяку. Ну да. Так он там шлялся, да, внизу, я вспомнил. Ну, я каждый раз, когда приезжаю, хочу всегда посмотреть на этот самый, на этого русского Гамлета, чтобы понять вообще, где тут. И может быть, я на самом деле путаю, может, его здесь не снимали. Но в интернетах пишут, что снимали. Было, где ему выявлялся призрак, он стоял на этом, на Сосновском стане. Да. Стоял на берегу. Вот кому мне нет? Да он в таком костюме, что ему ничего не будет. Да ладно. Шлем ты не одел? А, да, без шлема, да. Шлем для нырка ты не одел? Они не ждут подвоха от природы. Чайки? Да, видишь, на воде. А может, она больная? Это очень радость. Давай-ка, подожди, я тебе не мешаю? Катайся, катайся. Оп. Оп. Теперь прыжки, оп, в сторону. Ох ты, какой резкий такой, а какой прям. Это кажется, на резкости обороты. Ну, правильно, что мы в пятницу поехали. Сейчас бы еще бы только собирались, яйца чесали. Чтобы на паром грузились. Ну, на паром грузились бы 2 часа дня. Смотри, камни, корни. В мире, как это, природа, кто там у нас? В гостях у сказки, а нет? В мире животных. Ну, давай, выбирай. Не смог, да? Не резкий еще пока. Еще not to beer. Ну, не ту, а ван. Смотри. Такая тучка. Я хотел показать тебе. А он живой дом этот, да? Да. О, да, смотрю, пол. Это не, смотри, нормально будет. Пол у них тропа, смотри. Куда они идут? Лежать мы будем. А может попить? А мы пропутали. Ближайшему орешнику за новою метлой. Если. Мы же сейчас это собираемся печь хлеб. Все, пошел. Прекрасный тост. Вы можете попытаться за 2,50. Вот. А про этот клиф я никому ничего не давал изучить на ночь. Было дело. Я свой текст. Ну, как-то выучил. Мы, да. Я свой текст выучил про голландские мельницы, а остальные все уже. Ну вот так. Сережа, ну давай последняя твоя ремарка по поводу рябины. На выходе, да? Ну ты же не можешь мимо пройти же. Ты пригорюнься. Ах, рябина, ты рябинушка. Пригорюнься. Ох, к ней. Ты не стой, не горюй. Посмотри на мой хуй. Красота. Какой ужас. Да как же я это? Я не могу это. Из песни слов не выкинешь. Нам не надо глиняные. А у нас здесь все мы взяли. Смотри, что-то Honda написано. А первое, второе, да, проехали. Первое, второе, уже проехали.
думаю, это эстонские. Сейчас начнет капать что-то, да? Уже капнуло, да. Мельничка. Мне кажется, страшного даже не будет. А где вход? Сюда вход не может. Через забор. А там баран, смотри. И не только баран. Коза. Или козел. Так, ну сейчас пойдем. Ну вот, пошел. Баранинкой пахнет. Вот как я могу. Эй, маленький. Эй, козлик. Или коза. Кстати, в Цесисе есть это, там верблюды есть сразу. Да здесь же, мы же карту нашли, тут же есть две фермы Фраус. Мы проезжали кенгуру каких-то. Что были за знаки? Это были знаки, да? Там, да, это стоит знак Долгова. Да, прикольно, да. Там трактор стоит, трактор. Вон, смотри, тут даже зайти в нее можно. Участвует в процессе. Печки, да. У нас 20-58%. Это едет, что это у нас, комбайнер? Я видел. Отстегнул свою эту штуку. И на прицепе тащит, да? Новая Голландия. Голландия отсюда как раз до Китая. Ну да, новый. Да, но зато новая. Да. Красивый домик, красивый. Прудига. Да, если захотят. А ведь там может быть кофе. Да, туда идем. На молотый на этой мельнице. Дабл эспрессо тебе сейчас в венку. В вену, да. Пикколо. Угу. А как называется? Не эспрессо, ристретто. А во сколько? Мы легли-то часа в 3, да? Нет, в 4. В 4. А встали, значит, в полдня. Да. То как? Ну давай не будем считать это самое, калькулировать там сейчас. Не, потому я пытаюсь что... понять свои ощущения, потому откуда что... они происходят. Откуда? Из тазобедренных суставов. Из последней бутылки и виски. Не могу же я сказать, что я набухался, я не выпил. Ах, не могу сказать, что я набухался. Ты смотри, прекрасный тост. Сколько вы вчера выпили, вы считали? Нет. Ну и правильно. Унижаться. Да. Я помню только, что я посмотрел... На дне виски оставалось чуть-чуть, я сказал, зачем оставлять? Да, и я это так, разлили. И я выпил третью банку, да. Он сказал, что запьется, а я запью. Вы все, знаете, я так сделаю. Вы тут все молодцы. Молодцы.
след его видно, а Латвию саму видит туалет. На маяк я не лазил. Этот 54 метра. Здоровье громен не. Мелко не пускает, но я бы не поднялся, очень тяжело, наверное. Я бы не по какой-то лифту, а лифт, конечно, такой лифт, который тебе еще этажи сообщает, знаешь. Eleven. Eleven. Нет, там такую стельку подключили. Eleven. Его там узлы, веревки. Считает. Там внутри капитан пьет розе с утра уже. Розе? Розе, с утра розе. И закусывает свежими устрицами. Ну это если ему жена его какая-нибудь там. Да, а так он просто достает бабушку, это устрица. Десяток. Подхлебнулся, да, оставил ногой, это больше водильничек вот туда. Телефон еще были уже тогда. Можно позвонить Мати и Тони. Беллоре. Надо бы еще немножко сорвать. А я уже старенький, надо говорить. Хорошо, что водка не достали. Положи, достали и обратно. Такие почитали. Это очень калорийно. Уже поздно. Потому что 35 это интриганы. Танцы там был, что ли? Странные у тебя фантазии все. Такая туча, смотри какая. А ты хотел кофе? Так она в другую сторону.